Санкт-Петербургское театральное товарищество «Комик-Трис» поздравляет лауреат международных конкурсов «Хоровая школа-студия Ровно», художественный руководитель и дирижер Наталья Воробьева, концертмейстер Екатерина Воробьева. Любим мы это дело, в Макдональдсах кушать. Ну, просто штаб не поедешь, да, нужно что-то показывать. Поэтому вот один валютный номер мы уже попытались, нет, не получилось. Но мы готовим новые номера. Вот, и сейчас, ребята, вы как, готовы, Игорь Коля? Ага. Да. Вот, сейчас вашему вниманию первый раз на зрителя мы выносим на ваш суд. Вот с этим мы хотим покорить, я думаю, что Японию, Францию, Германию, ну, много еще всяких разных мест есть. Давайте, ребята, что ну, строго не судите, опять же, да, говорите. Вот. Вернулся наш.
Спасибо большое. Спасибо большое. Мы поздравляем всех и понимаем, что каждый юбилей является началом чего-то нового. С Новым вас годом, дорогие друзья. Поздравляю, желаю всего самого хорошего, творческих удач, творческих успехов. С наступлением вашего 21 года. И 21 – это счастливое число. Дай Бог вам новых открытий и продолжения творческого запала, в каком вы всегда работаете. И приносите всегда людям ту радость, которую вы всегда это делали. Они вас любят, и мы вас любим, и мы вас поддержим. Счастливого Нового года! А это так приятно слушать рассказ Бэрри, потому что через портреты, ровно через месяц буквально, с небольшими деньгами, 25! Нормально, ты хороший контакт зал.